Сусветный день без титуню студенты Белорусско-Российского университета сладили акцию «Мы выбираем житё без цигарет». Водер-мандарынак самой раніцы охапил фойе первого корпуса БРУ. Але сёння смачный фрукт – это зусім не прикмета Нового года, а своеасаблівый символ адмаўлення от шкодной звычки – палить. Студентское сяроддзе информационно-витаминной акции зварухнули волонтеры клуба «От сердца до сердца» при подтримце Белой Руси и Червоного крыжа. Обменять никотин на витамин пропоновали усім жадаючым – студентам, выкладчикам и звычайным минакам. Народу пришлось даспадобы. Сначала было 8 килограмм. Потом мы подумали, что этого будет маловато, купили еще два. И, как вы видели, ни одного не осталось. Все люди с удовольствием меняли сигареты на мандаринки. Купили, пошли, сходили пачку, и все. Нет, ну купил раньше. Справа не хитрая, сдай цигареты, атрымай, калі ласка, оранжевый ласунок. У жаданні на заўсёды расстацца со шкодной звычкой многие студенты здоровье брали охапками. А не знаю, как-то 12 лет закурил. С друзьями попробовал, ну вот и закурил. А сейчас как-то уже не могу отвязаться от этого. Считаю, пробовать даже не надо, и тем, кто курит, бросайте. Здоровье важнее. Дарэчы, гэткі вітамінны ажыятаж зусім не кажа пра безліч курцоў студэнтаў. Многія выменьвалі мандарын на цыгарэты сябра, што таксама сваю карысць мае. А акцыя, між іншым, гэтым не абмежавалася. Валанцёры-арганізатары, як кажуць, ударылі па ўсіх фронтах. Мы собрали большой материал, который показывает, чему вредит курение, чем это чревато. И студенты, проходя в университет, они видят и рекламки, и мы им раздаем брошюрки. То есть они читают и, соответственно, задумываются об этом. А проча гэтага тут вам и викторины, и мини-апытанні, и выстава плакату демотиваторов. Усё супраць тытуню, каб до кожного курца, так бы мовіць, дайшло знаёмае с детства. Палить здоровью шкодить. Нет, я не курю. Ну, потому что сигареты – это плохо, это вред для здоровья. Я считаю, что в здоровом силе сильный дух, и все. Вообще, это не женское занятие. Девушка должна быть нежной, красивой, а курение – это делает ее более грубой. Выхаванцы кадэцкага вучылішча таксама падтрымалі акцыю і прапанавалі свой варыянт закліку да праблемы, ад якой не могуць пазбавіцца зараз шмат маладых і немаладых людзей, і зладзілі паказальнае дэфіле. Мы в нашем училище очень строго с этим. Мы боремся с курильщиками, все новенькие, которые приходят, если у них были какие-то плохие, дурные привычки, там курение, либо что-то другое. Очень строго с этим борются, пресекают на корню. Во-первых, здоровый образ жизни – это, ну, ты будешь здоровее, красивее, к тебе подтянутся люди, тебя будут любить девушки, и всегда будет внимание. Нарэшце, тут же на уваходе в университет удельники мероприемства могли во всех сенсах прибить поганую цигарету и разом с тем назавсёды покинуть палить. А тех же, кто на акцию увагу не звернул и о никаких выводов не зрабил, шакала довольно неприемная встреча и уже совсем иншая гутарка.